Мутная вода, резкий запах, рыбы и мелкие ракообразные на поверхности. Некоторые обитатели водоема еще борются за жизнь, другие уже стали добычей птиц, которые слетелись к Саранке. Именно на это жаловались жители города 6 июня. Версии люди выдвигали разные. С утра оттуда шел поток, белый, пенистый, пахнет. Рыба, все птицы были на той стороне. Сейчас все сюда переместились. Видать, она переплыла. Все здесь. Все, потравили что рыбу. Кто-то чего-то слил. На инцидент среагировали сразу же. Реку привозят в порядок. Рабочие вылавливают мертвую рыбу и убирают водоросли. Следующий шаг – очистка воды. Затем в Саранку запустят новую поросль мальков. Тем временем специалисты разбираются в причинах происшествия. На улице Фурману произошел прорыв. И в этом месте все пошло в реку Саранку. Произошел. Мы все это видели воочию, убедились. Взяли пробы воды на анализ, рыбу взяли на анализ. Сейчас ведется подсчет ущерба, который нанесен водным биологическим ресурсам. Городская администрация держит ситуацию под контролем. Как сообщается в официальном комментарии, первым делом были взяты пробы воды. Проверили, есть ли опасность для здоровья людей. Вердикт – угрозы нет. Эксперты продолжают разбираться в ситуации, а рабочие – устранять последствия инцидента. Ирина Семенова, Денис Ноздрюхин, Александр Гурьянов. Народные новости.